Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.3.98. Выпуск небольшой, но есть что рассказать. Заявлен реворк Бруно. Обзор я поставлю в конце видео. «27 июля выйдут облики на Клауда и Фанни, спасателей. Стоить они будут 749 алмазов. Скидка 30% первую неделю». «1 августа будет доступен звездный облик на Чу. Называется «Бешеный» или «Безбашенный», как-то так. Изменения героев. Маша. Первый навык. Немного увеличили дальность действия. Пассивка. Кнопка исцеления ранее работала лишь, когда остается одна или две полоски ХП. Теперь можно вне боя лечить даже на 3 ХП баре. Это значит, что вне боя Маша может исцеляться на фулл ХП за кратчайшее время. Еще Маше изменили рекомендации и статус. Теперь это боец полутанк. Аврора. Давно у нас не было Авроры. Небольшой ап базового урона 2 навыка. Теперь на 1 уровне он бьет 530, раньше бил 430. На 6 уровне, как и раньше, 830. Бэйн. Ульта. Ранее наносила лишь 25 урона по башням. Сейчас штраф уменьшили, и ульта будет наносить аж 400% урона по башням. Хилос. Второй навык. Чуть уменьшили затраты маны со 2 по 6 уровней. Тигрил. Первый навык. Уменьшили затраты маны на 10 единиц на каждом уровне. Горд и Лолита. Оптимизация эффектов. Оптимизируют сквады и магазин в бою. Давно пора. Итак, о Бруно. Более всего изменился первый навык. Теперь это самоапкаст, который увеличивает урон автоатаки. Но про мяч не забыли. Теперь он навесом отлетает почти тебе под ноги. И его можешь подобрать ты или союзники, чтобы сократить каст второго навыка. Он остался без изменений. Ульта Бруно приняла более закономерный вид. Это по-прежнему мяч, отскакивающий от нескольких противников рикошетом. При попадании уменьшает броню до 9 единиц, стакается 3 раза и имеет 10 рикошетов. Что-то мне подсказывает, это еще не полный реворк, и что-то будут менять. С изменениями все. Если ты не смотрел видео о Эпиконе 2019, то ссылка будет в комментариях. Вот теперь точно все. Ставь лапку и подписывайся на канал. Удачи, друг! Что победить, что любовь, то уже не